Отец мой рожден в городе Ростове. Предки его, его дед, они попали, приехали, вернее, при Грибоедове, около 30, по-моему, тысяч армян из Ирана привезли в Россию. И вот мои прадеды, они приехали из Ирана в Ростов. И там уже родились мой дед, мой отец, его братья, сестры, там родились в Ростове. Родился он в 1908 году. Значит, отец мой, ростовские армяне, писались Янц. Он писался Рутюнянц. И чтобы вот в Москве доказать, получить документ, мне с сестрой пришлось здесь судиться, что Ов, Арутюнов и Янц – это наш отец. Мать моя, они из Артвина. Артвин находится в Турции. Это Батуми, Чорох-река и та же сторона Артвин. Они родом оттуда, мать моя, родом оттуда. Отец мой Арутюнян, а мама моя Симонян. Это род Симонянов. Никита Павлович Симонян – это ее брат. Моя мама познакомилась с моим отцом, когда в Ростове они жили, и наши приехали из Артвина в Ростов, и они приехали из Ирана. Ну, они раньше приехали, а мама, они приехали до 14 года, до резни. Вот мамин брат дружил, молодой когда был, с моим отцом молодым. Вот познакомились, и мама замуж за отца. Они приехали в Сухум, Значит, где-то период НЭПа, когда на Кубани и в этих районах было голодов, они все, весь род Симонянов, это переехали они в Сухуми. Там жизнь была более нормальной, так называемой. За счет там кукурузы, это же они так рассказывали мне. Там я в 33-м году, в январе 5-го, родился. После того, как я родился, через года два семья наша переехала в Армавир, это Краснодарский край. Там тогда жил его брат родной, отца. Жили мы в Армавире. Родилась в 37-м году сестра моя. Они, так как приехали из Ирана, они с тех пор еще с царского периода, они не поменяли подданство свое. То есть они сохранили ираноподданство. Часть нашего, так называемого, рода, это отца моего двоюродный брат, Вартанов Георгий Андреевич, разведчик, который умер, это отца двоюродный брат, они уехали в Иран. Потом уехал брат родной, старший Иран, отца. А в 37-м году уехал средний брат с семьей в Иран. И отец тоже собирался уехать. Тоже собирался уехать, но в 38-м году, в феврале, значит, пришли, мне было 5 лет, я так очень хорошо помню момент, когда дверь, значит, стучали, мама открыла дверь. Да, кого вам надо? Говорит, Карпуша. Карпуша – брат, который уехал уже. Она сказала, уехал, нет его здесь. А кто есть брат? Откройте, говорит. Она открыла двери, зашли, перевернули весь дом, обыск. Двое было. И этот, а я спал, я помню, а сестре было где-то 8 месяцев. Проснулся, значит, они тюфяки переворачивали, под тюфяками искали, что, не знаю, какие-то документы, все искали, непонятно. И потом сказали, одевайтесь отцу, пойдем с нами. Мать говорит, куда? Говорит, а через пару часов вернется, говорит, там кое-что надо записать, и там он вернется. Потому что они пришли за братом вроде. И вот его забрали. Мы
каждый день Божий. Мама брала меня за руки, сестренку. На руки ходили в феврале. Слякоть, снег. В Армавире ходили к тюрьме. На тротуаре этой тротуаре стояли. Тюрьма была на том тротуаре. И такие полуподвальные окна с решетками. Там, наверное, десятки этих голов. Там, где вот руками не поймешь кто. Хотели, а жены собирались посмотреть, в чем здесь живой, не живой как-то. И вот мама рассказывает, говорит, это потом мы узнали, говорит. Каждый день, когда мы проходили, арбы были такие, знаете, лошадь, ну, не файтоны, а арбы такие, как эти, возили арбузы. Вот так, закрытые соломы, говорит, каждый день вывозили из тюрьмы, оказывается, расстреливали. И их, значит, вывозили за Кубанью, река Кубань там, за Кубань где-то в одну яму всех, значит, это, зарывали. А один прекрасный день, когда мы пришли, значит, погоня пошла, на лошадях полиция, милиция начала гонять людей. Я помню, мама бежит, сестренку держит на руках, я падаю на снег, на грязь. В общем, вот так прошло. Они все прекрасно знали, мама говорит, я прекрасно знал, что их расстреляют. Потому что когда они видели эту арбу с охраной, не подпускали подходить ни одного. Она сказала, значит, расстреливают там прямо. Каждый божий день, говорит, вывозили. Ходили к этому окошку, чтобы там десятки рук. Вот так было, я помню, так. Вот так делали. Один голову так сделает, другой так делает. И никто не мог угадать своих там. А расстояние же не такое. Тюрьма, тротуар, улица, тротуар. Вот на этом тротуаре стоят. Там мы уже смотрим, ничего, мама смотрит, что никакой пользы уже нету. Она решила поехать к родным. К родным. И этот, в Суху. А там ее отец был. Братья, сестры, все они, весь род Симоньянский там жил в Сухуми. Они все уехали из Кубани, из этого Ростова. Переехали туда, потом, значит, мать получает письмо, документ, что так как ваш муж ираноподанный, мы вас высылаем в Иран, туда, куда он должен был уехать. И нас в 1938 году, значит, где-то в сентябре мы через Баку на теплоходе едем в Иран по Каспийскому морю, город Пехлеви был, порт такой. Туда приезжаем, оттуда, значит, нас в столицу не пускают. Там был городок такой, Казвин. Нас, значит, поселяют в этом городке Казвин. Ну, город такой маленький, средний Казвин. И мы там, значит, стали жить. В Казвине, когда мы жили, когда еще советские войска не вошли, приходила милиция каждый день. И мама расписывалась, и еще там так, у нее же так. Пальцем макаешь и печать ставишь твою. Что, мол, ты не убежала на месте. Как бы мы были в этом, как в плену были кого-то, знаете, мы не имели права выезжать. Из Казвина в Тегеран мы не имели права. Мама языка не знает, мы языка не знаем, а маме было 29 лет, в то время Яцу было 29 лет, когда его взяли. Ну, она начала, она в молодости для себя шить умела. Машинку не было, Зингер, я помню. И этот начал шить, копейки заработать, чтобы содержать семью. Ну, хорошо, вот старший брат, который там уже был, он частично помогал. Нанял он квартиру нам. Ну, квартира, домик такой небольшой, садик, все, в общем, мы жили там. Потом началась война, бомбежка, в Казвин бомбили советские самолеты. Когда советские войска вошли в Казвин, уже разрешили выезд в Тегеран. Шах убежал. Разрешили
заезд в Тегеран. Мы переехали в Тегеран, в столицу. Поехали в Тегеран, мама работала, значит, кассиром в кинотеатре. Хозяин кинотеатра имел 6-7-8, наверное, кинотеатров. В одном из них она работала. Билеты продавала, билетерши работала, билеты продавала. Это 43-й. Продавала билеты. И одновременно у нее была подруга, когда мы жили еще в Казвине, эта подруга тоже из Ростова была, тоже такого же состояния, как и мы, тоже выставили их. Они у нас в этом доме, где дядя купил, там были пару комнат лишних. Они жили в этих комнатах. Когда в Тегеране, значит, поехали, она, это ее подруга Вера, она, значит, занималась, у нее был магазинчик, чулки был дефицит, их иголочкой подбирали. Вот она занималась этим. У нее трое женщин было, они, значит, это делали, она как хозяйка, и мама там машинку поставила, шила нижнее белье женское. Днем работала в одном месте, вечером в другом месте. Она проходила к 12 ночи в кинотеатр, знаете, пока сдаст эти деньги, все. А мы как жили? Я и сестра жили сами. Я там в Тегеране немножко по-другому была жизнь. Там, например, я ходил в магазин, вот под домом, там немножко за углом был магазин. Я проходил, говорил, дай мне колбасу, дай мне то, 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 хлеб, там это, запиши. Ну, записывал. Спускался там, был ночью ресторан, днем чаша. Там у нас судок такой был. Одна кастрюлька, вторая кастрюлька, третья. Знаете, брал обед. Мы с сестрой кушали, питались. И этот, мама, когда деньги получала, проходила в магазин, он говорит, знаете, ваши дети вот на столько-то туманов взяли продукты у меня. Тот говорит, на столько-то туманов они обед взяли, и все. А мама, ну как сказать, в Тегеране мама и днем, и ночью работала, чтобы вот так содержать нас. Да, в Казвине я пошел в школу персидскую там. Не было никакой другой школы. Перешел второй класс персидской школы. Этот, когда переехали мы в Тегеран, уже разрешили открыть армянскую школу. Ее открыли во дворе армянской церкви, школу армянскую. И меня дали в эту школу армянскую. Я проучился до 4 класса. А сестра моя, так как мама была католичка, а они фиксировали, тоже там у них тоже церковь фиксировали, кто их там католик. То я ходил в григорианскую, а значит сестру заставляли ходить в католическую. И она ходила в школу, монашки преподавали там католические. Это французская школа была. Значит, школа французского языка. Я ее водил в школу, так как мама работала, я ее за руки водил, по полгорода проходил, водил в школу, сам уходил в свою школу. Вот эта Вартанова Георгия Андреевича сестра, родная, Ася, она имели аптеку они там в Тегеране с мужем, и она, значит, сказала маме, чтобы я со школы, там недалеко жили, чтобы проходил к ним обедать. Вот я ходил к ним обедать, там у них была служанка, это русская. В общем, каждый день у них обедал. Родители самого Георгия Андреевича, отец его, имел шоколадную фабрику «Караван». Это в Иране была знаменитая фабрика, шоколадный «Караван». Я помню, значит, отец на фронт посылал посылочки, и вот мы, дети, ходили к ним домой. И вот заворачивали ручную-то, автоматов не было, да, ручную заворачивали конфеты, это готовили вот эти так называемые посылочки. Мама Мария Савельевна, его мама, Георгия Андреевича, каждый год, ну, знала, что у мамы возможностей таких нету, она нас водила в магазин перед школой, покупала на форму, туфли, и мы не знали тогда, что, значит, Вартанов,
участвовал в этот ЕРА-43. Это был секрет. Это был секрет. Знали, что вот мы встречались, он, сейчас я вам, он нас провожал, сюда ехали мы. Вот мы уезжаем в 46-м году, вот это я, вот он, вот я. А вот высокий, это Варталов Георгий Андреевич, разведчик, молодой. В газетах же тоже такое есть фото. Он молодой, ему было 19 лет, когда в разведке был. Он школу кончил, разведка работала. Здесь 21 год, мальчишка, он только женился. Он женился, причем на свадьбе я был его, я помню, на крыше сестры его, Аси. Там крыши плоские, там свадьба была, я помню. Столько трепологии было, агитации, что люди поверили, что здесь уже хорошо, война кончилась. И говорят, ну, знаете как, например, 1939-1938 годы в России, вот, они жили неплохо, по рассказу. И они, значит, подумали, значит, война кончилась, все будет налажено в Советском Союзе. Потом эти агитации этих агитаторов, письма из Советского Союза, они боялись писать. Мама писала, они не могли отвечать, боялись. Когда мы учились в школе, я помню, приезжал Чурокчан туда, приезжал, католикос, агитировать армян, чтобы переехали бы в Армению. Чурокчан. И, значит, я помню, в школе, так как церковь была, школа была при церкви, там все собрались, он выступал. В 1946 году, когда все армяне переезжали сюда, так называемые, их называли Ахпар, переезжали сюда, и мама решила приехать к родным. Тогда, когда у мамы были варианты не приезжать сюда, она просто почему-то думала, что отец еще жив, младший брат, который у нее мама рано умерла, младшего брата она воспитывала. Он, оказывается, уже не был, умер. Она не знала об этом. И она все стремилась прийти отца, повидать, это сказать. А у нас, у мамы, моей бабушки брат, Акинян, он был крупный ученый, священник Венетики. А когда война была, они переехали, все эти священнослужащие католики, переехали в Бейрут. Вот он с Бейрута с мамой переписывался. И в 45-м году, когда война закончилась, он написал, Магда говорит, я уезжаю в Венетику. Хочешь, соберись, со мной вместе поедете в Венетику жить. Он знал, что мы живем там. Я помню его этот письмо, там крестик был крестовый, написано Лакинян. Мама отказалась. Даже был человек один, он занимался кожевенным делом, имел двух сыновей, жену не имел. Предложили, ну там круг армяне жили тоже эти высланные, они очень дружно жили в Казине, я помню. Мы всегда каждый год на Майовку ездили, как в России было, это модно, 2 мая. Всегда ездили. Вот они ее уговаривали замуж выйти за этого человека. Она тоже отказалась. Тогда ей было, наверное, 32 года, отказалась. А они потом с сыном, мы узнали, с сыновьями уехали в Америку. И вот этот кожевник хотел жениться, я первый препятствовал маме. Я сказал, если ты замуж выйдешь, не будешь ждать отца, я уйду из дома. У меня уже детское мышление такое было. Тогда было мне где-то уже 10 лет. Позже приехали сюда, в Ереван. Дня 4 мы здесь были, пока этот мамин брат приехал из Сухуми. С женой забрали нас, и мы уехали. Уехали в Сухум. Ну, я пошел, ну, куда мне идти? Я был в 4 классе там. Пошел уже по возрасту, я 2 года отставал. Так как 2 года персидские пропали. Пошел опять в 4 класс.
русскую школу уже, русскую, персидскую, армянскую, русскую. Русскую школу в Сухуми. До 49-го года мы были в Сухуми, я учился там. В начале пионер был, я помню. Даже иногда я помню это дело. Галстук клал в карман, заходил в класс. А это Анастасия Митрофановна, наша классная. А что ты без галстука? Я говорю, я забыл дома. Иди домой, а на Сухуми близко же были от школы. Иди домой, говорит, галстук один проходи. А я уходил в бильярдную, сидел, смотрел, как бильярд играют. Урок кончался, проходил галстуком. Потом, значит, в 49-м году отец, когда жил в Сухуми пару лет, у него был друг поляк. Он работал в госбезопасности. Он приходит, а мама уже в Сухуми работала в мастерской военторга, шила уже сорочки мужские, там уже научила, шила мужские сорочки, в общем, официально работала. И значит, он приходит к ней на работу, вызывает, говорит, одну вещь скажу, говорит, только чтобы кроме тебя меня никто не знал. Сегодня собери чемодан и выматывай отсюда. Ты в списке на высылку в Сибирь в 49-м году. В это время, значит, мамина сестер родной муж, Антон, он был подполковник, служил в Кировабаде, в летной части. Он приехал отдыхать к своим. Ну, там все свои приехали отдыхать. У нас большой круг, наш род большой был. Сухуми, мамин род, вернее. И этот, мама, а там поезд был транзитный, то есть билет не так легко было достать. Москва, Тбилиси. Мама побежала к нему, говорит, Антон, такое-такое дело. Он тут же пошел в военную кассу, взял билет, посадил нас в поезд. Мы в Тбилиси, оттуда Кировабад. Оттуда Кировабад. Кировабад приехали, первое время жили у них, потом он нанял нам комнату отдельно. Я продолжал там учиться. В Абхазии была 11-летка. Я перешел там 8 класс, а здесь пришлось сесть 7. 10 лет там. И учиться стал там. В школе я стоял у его портрета часовым с винтовкой. В Кировабаде, в 53-м году. Вы понимаете, я по-другому принял. Я принял по-другому, когда уже знал, что этот режим, что сделал с нами. У меня ощущение уже такое было в детстве, когда он умер. Я не сожалел, я не рыдал. И, знаете, наверное, уже я когда был в 9-м этих классах, вот этих, 10-м классе, по-моему, я уже чувствовал, что этот режим, вот после смерти Сталина в 53-м году, в 54-м году, это я уже кончал школу, уже приблизительно чувствовал. Потому что мама тоже говорила в доме, что этот сволочь виноват, что это. Винили всегда Сталина, потому что без его ведома ничего не могло делаться. Кончил 11-ю русскую школу в Кировабаде в 54-м году. А так как мой возраст был уже не 16 лет, а 18 лет, меня забрали в армию. Забрали в армию, я пошел на осмотр, прошел я, проходил осмотр, а там один был тоже артвинский врач, который в комиссии. Оказывается, этот день был сбор в морской флот. А морской флот был 5 лет службы. Он написал этот резюме, что там что-то у меня это, с ногой, там это. Сказали, придешь через день. Потом дядьке моему сказал, маминому брату, говорит, я специально сделал, потому что, говорит, зачем 5 лет он будет служить. А через день уже была авиация.
Я попадаю в авиацию 4 года. А пехота тогда была 3 года. У меня еще трех не было. Так было 5, 4, 3. В общем, забирают меня в армию. Везут меня на Украину. Город Овруч такой, западная Украина. Оттуда меня отправляет Васильков. Это под Киевом. Там военный аэродром был. В то время с 10-классным образованием мало было в армии людей. Ну, у меня вроде немножко язык был свободен к русскому языку. А там были нацмены, были азербайджанцы, были среднеазиаты, все молдаване. Откуда хотите были. И значит, они меня выбирают секретарем комсомола, начальник роты. Потом прошло год, наверное, или два. Я одновременно занимался спортом. Я играл в волейбол за дивизию. Я играл в футбол за дивизию. И, значит, Жуков тогда был министр обороны. Приехала комиссия из Киева, полковники, два подполковника. И вот так они всех просматривали, физически все просматривали. На турниках, на этих все просматривали. И, в общем, выделили три человека. Три человека. Грузина они тут же откинули, потому что это сталинский, это уже Хрущев. Они грузин сразу откинули, не записывали. И попал я и двое русских. И смотрю, нас уже не заставляют строем идти кушать, как-то свободно стали мы жить. Прошел месяц ровно. Жукова снимают. Он как раз был в Индии, потом поехал в Болгарию, в это время Хрущев его снял. Снимает, и это дело лопается. Приезжает нам, сообщает, что все это дело закрыто. И мы узнаем, что это, оказывается, было. Это было, оказывается, в Ленинграде, островки место есть такое, там секретное военное разведывательное училище. Вот должны были нас туда отправить учиться. Я так обрадовался, так обрадовался. А я вообще, у меня не лежала душа продолжать службу. Если я захотел, я свободно мог продолжать службу. Это от этого освободился, избавился. Значит, я служил. Меня один день вызывает, у нас был Бочарник, такой полковник, замполит дивизии. Вызывает меня и говорит, мы тебя хотим отправить в академию политическую имени Ленина, такая знаменитая академия. А я так не хотел этого вообще. А я говорю, у меня аттестата нет школьного дома. Говорит, дай телеграмму матери, пускай вышли твой аттестат. И принеси мне, покажи телеграмму. Я думаю, что делать? Я беру, значит, даю телеграмму. Значит, прошу выставить аттестат, срочно выставить аттестат. И тут же вторую. Ни в коем случае высылать. А ему, конечно, это показывает, это получает мать, бежит к этому дядьке, вот этому подполковнику, который служил в Кирабаде. А мама Кирабаде тоже жила еще. Сестра училась в школе. И этот показывает ему, говорит, что ты, раз он вторую дал тебе, она еще никакой случай не посылает. В общем, я от этого тоже отвязался. Я в армию успел в партию. Они меня в партию приняли. Приняли меня в 57-м году в партию. Я всю жизнь стремился добиться чего-то. А чего-то добиться без партии на это невозможно. Например, кто бы меня начальником отдела назначил? Никто. Кто бы меня начальником цеха назначил? Никто. Такой закон был уже, нет? Начальник цеха должен партийным быть. Начальник отдела должен партийным быть. А я всегда думал, почему я должен если у меня есть возможность, я могу это делать, почему я должен отставать от этого? Я вступал вроде как бы для карьеры. Все поступали ради того, чтобы
шаг вперед пойти. Значит, когда я поступал в партию, я так боялся. Я вот когда у меня от той школы не получилось, я обрадовался. Думаю, все равно они где-то будут копаться. Значит, такая школа, что копаться. А здесь, значит, думаю, что делать, трюк какой-то устроить. Когда я писал анкету, я написал, умер это, от разрыва сердца, этот, в 44-м году. Умер от разрыва сердца, написал. Думаю, тебя будут искать, не будут искать, не знаю. В общем, приняли меня кандидатом. Вначале кандидата принимали. В 58-м году я демобилизовался. В общем, я кандидатом уехал домой. Уехал домой, дома меня приняли в партию уже. В Сухуми я приехал. Уже мама и сестра кончила школу Кировбатскую. Они приехали, она поступила в Сухумский пединститут на физмат, математика, она в Мергеляне здесь потом работала. Я в течение этого времени закончил университет, Тбилисский государственный университет, экономический отдел товароведения, промышленных товаров. Вначале я в Плехановку поступил, потом решил поближе, перешел в Тбилисский университет. Мы вечно скрывали, всю жизнь. Даже вот я говорю, в партию поступаю, я тоже скрыл. Мы об этом никогда не сказали, умер отец. Все родственники знали, все до одного знали нашу историю. Соседи не знали. Ну, соседи как, вот в Сухуми мы жили в частном доме, там какие соседи? Сбоку там был этот дом врачей, там с другой стороны, там что-то такое, понимаете? В Кирабаде мы жили у азербайджанцев, не будем же с ними вести какие-то разговоры. В школе я тоже не вел никакие разговоры такие. У нас уже какой-то страх был внутренний у всех. Мы никогда эту тему не задевали. Стараюсь не задевать. Мама никогда не говорила, не говорите, говорите такие вещи. Мы сами понимали, что обстановка какая, понимаете? Я вот считал, что отец мой жертву, жалел его. Его облик и сегодня перед моими глазами. Характер хороший у него был, по рассказам. Даже когда мама на пенсию оформлялась, она послала в Армавир письмо, где он работал, чтобы они прислали бы. Так, мама стажа не имела, мы приехали, стажа нет у них. По отцовскому стажу, так как его реабилитировали. Эти люди, которые там оказались, еще работали, очень лестно, очень тепло отозвались об отце. Я, когда маму похоронил, я на этом камне, такой мраморный камень, я одновременно и папина имя, отчество тоже записал. Кого-то он там похоронен. Значит, 94-м. В этот момент, когда холод, голод, как говорится, не выдержала она. Она умерла в возрасте 86 лет.